что, мои дорогие, хочу похвалиться наикрасивейшей соломкой из купорусного стекла. Ну, я таких в продаже не видела. Но здесь хочу сделать небольшую поправку. То, что я в мире антикварного стекла совсем недавно. И, конечно, я много чего не видела. Но действительно, именно, как правило, они бывают белые. И, знаете, Ольга, мы с тобой сегодня уже переписывались. И я хочу... Я тебя так часто вспоминаю, потому что благодаря тебе я окунулась именно в этот мир невероятной красоты. Потому что ты добрый, отзывчивый человек. И, скажем так, ты... Ну вот, была настолько вежлива и доброжелательна ко мне, что именно, повторюсь, благодаря тебе я стала увлекаться. Очень важно, кто встречается на твоем жизненном пути, и от этого дается какое-то еще определенное направление. И еще раз немножечко. Хочу сказать, что у меня вообще по жизни единственная очень большая, к сожалению, зависимость – это от солнца. Только благодаря солнышку я питаюсь энергией, настроением и прочим. И только солнечные лучи могут показать красоту стекла во всей мире. Хвалюсь, делюсь. Эх, какая радость. Вот я и с той, и с этой стороны снимаю для вас. Здесь есть утраты, но меня они не смутили. Потому что, повторюсь, это не так часто бывает такого цвета соломочки. Ох, и мои дорогие, ну кто в курсе, тот знает, что в этом шкафу, в винтажном антикварном, относительно недавно жили мои куколки, теперь мое новое увлечение стекло, фарфор, хрусталь. И хотела показать свою скромнейшую коллекцию солонок. И хотела показать свою скромнейшую коллекцию солонок. Ну, вы знаете, да, как бывает, что-нибудь начинаешь покупать, и как бы, ну, коллекция не продолжается, ну, по определенным причинам, ну, не захватила. А солонки тот предмет, ну, который мне очень понравился для собирательства. Несколько солонок. Первые мои практически солонки я купила у Ольги. Оля, привет. И я поняла, что мне это очень нравится, поэтому продолжила собирательство. Самое редкое у меня, по крайней мере, это вот эта солонка. Это, возможно, мальцовская. И что бы вы думали? Настоящее урановое стекло. Прям ярко-ярко-желтым светятся именно эти, казалось бы, простые солонки. Это из Европы солонки. Остальные приобретены в России. Знаете, еще что хотела сказать. Где-то, по-моему, на Фейсбуке обсуждали вообще, зачем солонки в наше время нужны. Ну что вы, мои дорогие. Ну, сервировка-то должна быть. И потом, допустим, ну, если вам соль не нужна, ну, вы можете, не знаю, что угодно сюда насыпать. Насыпать, налить. Мне еще понравилась такая идея. Я когда прихожу домой, я снимаю украшения. Ну, мне так комфортней. Вот, пожалуйста. Ну, как вариант. Правда же? Так, и, конечно же, у меня в планах. Обязательно покажу свой любимейший шкаф. Поподробнее сниму, расскажу об этом шкафчике, чем он хорош. Ну, шкаф-витрина, видите, здесь идет полнейший обзор. Вот. Ну что, всем хорошего дня. Пусть все будет просто чудесно у вас.